Всем привет! Привет подписчикам! С вами Серега. Сегодня рассмотрим Nike Air Huarache Basketball 2012. В начале 90-х годов, после первых релизов с тяжелыми кожаными сборками, Nike Huarache Basketball 2012 пришел к другому совершенному дизайнерскому мотиву. Huarache Basketball 2012 выполнен в расцветке Wolf Grey, в переводе серый волк, и Action Green, в переводе зеленый цвет действия. Объединяет эти два основных цвета в разноцветный сетчатый носок, кроссовка, который уравновешивает палитру и обеспечивает уникальный внешний вид, который мы видели только от Nike Sportswear со свободной подошвой Huarache Redux. Модели могут отличаться различными сочетаниями материалов. У данной модели верх выполнен из кожи, текстиля и резины. Свуши у нас, значит, на языке, с названием кроссовка, с названием модели. И на заднике надпись Nike на резиновой вставке и слово Air. Подкладка очень качественная у данных кроссовок. Она у нас идет из неопрена, из спандекса, что позволяет тянуться материалу. Также имеется петля из ткани на заднике для подтягивания. Она также идет из текстиля. Значит, промежуточная подошва из пеноматериала с воздушной подушкой Air во внутренней части кроссовка. Я не уверен, что она будет здесь слишком большая, но как заявил производитель, она здесь должна быть. Вот. Соответственно, подошва из пеноматериала с подушкой придает хорошую амортизацию и мягкость. Подошва у нас резиновая, с многочисленными каналами для свободного хода. Носить рекомендую лето, осень, соответственно, спортзал. Кроссовки, повторюсь, баскетбольные. Еще одна прекрасная баскетбольная модель от компании Nike, которая отлично сидит на ногах и сочетает в себе хорошо подобранную комбинацию материалов и непревзойденную легкость и прочность. Отличная качественная модель, очень легкая, прочная, материалы здесь использованы качественные, великолепные кроссовки. С вами был Серега, до новых встреч, пока-пока.